всю землю изыди вещание их. Пятидесятницы, беше все апостоли единодушно в купе, и быть не запусти бесе шум, я поносиму дыханию бурну, и исполни весь дом, и где же бяку сидяще, седи же на едином коем жда их, и исполнишися все Духа Свята, и на чаше глаголоти иными языки. Яко же дух даяша им провещевати. Прославленное имя
присосущные Отцу, Содетели Сила, все смотрения за спасение человеческое, прекрасно исполненное Христе Божий наш, неизменное и недвижимое начертание, источник мудрости и благодати, верьте мне, грешному пусте. Всем его страхом предстаю тебе в пучину милости Твоя, отчаяние души моя поверь, окорми живот мой. Словом всю тварь, неизреченную премудростью и силою, управляя тихо и обореваемых пристанища, и скажи мне путь, вот же пойду. Дух премудрости Твоя моим подашь помышление, дух разума безумия моему дару, духом страха Твоего моя осени дела, и дух правый обнови в утробе моей, и поруши нас оружием правды Твоей, огради нас истиной Твоей, соблюди нас силой Твоей, избави нас от всякобстояния, всякого навета соподлежащего, сима милые восстания, и сохрани нас Божие Твоею благодать.